2018 году в Нидерландах планируется перевести на энергию ветра 100% электропоездов. Начиная с этого года, половина поездов в Нидерландах работает с помощью энергии ветра. Власти решили не останавливаться на достигнутом и перевести на ветроэнергетику к 2018-му 100% поездов, написал портал Popular Science. Как сообщает Railway Technology, голландский железнодорожный перевозчик подписал документ с компанией, которая занимается производством энергии из альтернативных источников. Энергия будет поставляться с ветровых станций, расположенных в Нидерландах, Скандинавии и Бельгии. Голландские граждане подали иск своему правительству, чтобы уменьшить количество выбросов СО2 в атмосферу, и суд решил, что должностные лица обязаны сделать больше для сохранения окружающей среды, сообщает Popsicom. И таким образом правительство Нидерландов решило бороться с вредными выбросами углекислого газа СО2 в атмосферу. Углекислый газ не токсичен, но и дыхание он не поддерживает, а его большая концентрация в воздухе может вызвать удушье. Железнодорожная компания, которая ежедневно перевозит от 1 до 2 миллионов людей, выбрасывала в атмосферу 550 килотонн диоксида углерода, прежде чем частично перешла на альтернативные источники энергии. А с помощью новых технологий количество вредных выбросов можно снизить до нуля.